Сегодня 18 июня 2020 года, и наконец-то разрешили детям посещать публичные места. И вот мы приехали в молл, и первым делом Миланочка увидела магазин и просто сейчас пребывает в шоке после трехмесячного карантина. Поехали, найдем ее. Мама, скажи что-нибудь. Наконец-то, через 3 месяца с детьми можно гулять? Ура! Ура! Наконец-то мать везде теперь может ходить. Везде. Смотрите, что мы нашли. Прям точно как в фильме. О, это кто? Кэтбой, дочь. Мама, это мне. Смотри, что я выбрала. Выбрала ты? Ты это выбрала? Давай посмотрим, что еще есть. Если лучше не найдем, то возьмем это. Это что за Барби такая? Ой, какая она красивая. Смотри, сколько прикольных игрушек здесь, а ты только на Барби остановилась. Взяла уже? Маму идем на это. Монополия Дубай. Там Атлантис нарисован. Все как положено. Свинка Пеппа, да. Ой, нет. Кто-то уже застрял. Смотри, какая книжка дальше. Это же Груффало. Привет, привет всем! Подписывайтесь на канал Мими Мишка и ставьте лайки! Ура! Всем привет! Добро пожаловать на канал Мими Мишка! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Ура! Это же тролли, доча. Я хочу лодочку и вот эту. То есть стирать надо, да? Угу. Смотри, какой красивый. Unicorn coloring book. Надо доставать оттуда сокровища так, чтобы эта рыбка не взорвалась. А как? О, я хочу эту, да. Ну, давай возьмем. Ну, Милана, подожди. А давайте посмотрим, что это вообще такое. У меня две рыбы. А рыбка как может взорваться? Просто сама. Она что, становится все больше и больше при каждом? Нет, если ты ее заденешь как-то вот не так, если не так достанешь эту штучку, то она так резко взорвется. И все это одноразовая игрушка, что ли? Нет, она не одноразовая. А что такое? Что за ниндзя? Ну, это Лего какой-то. Лего Фрэнс. Дочь, смотри, Лего Фрэнс. Помнишь, у тебя похожая есть? Видел, что там вошло? Туалет для Эльзы? А, это перчатка. Да, это которая делает. Замораживает, которая. Да. Как ты нашла это? Давай мы другую Барби возьмем, красивую дочь. Это некрасиво.
доктор. Вот и сразу бар. Авто страну. Мне нравится вот эта русалка. Смотри, она тоже на нас на звезды смотрит. Давай три возьмем. Нет, надо одну взять. Вот эту. Русалку? Это какая-то мала. Здесь сверху есть. И вот это тёмненькая. Ну-ка, дай посмотреть. Посмотрю, русалку посмотрю. Ну, какая русалка красивая. Вот это тоже какая кухня. Обращаешь внимание, что они не такие, как наши детские? Да. Русалку хочешь? Что это, мама? Это вот... А там Play-Doh есть, да, внутри? Да, должно. Ну-ка, хороший там поваренок, да? Маленький какой-то, мне кажется. Что-нибудь поинтереснее. Ой, какой сквиш прикольный. Со шариками. Шарик вот этот. И что такое? А это вот... Да, сейчас если он порвется, он по всему дому будет валяться. Это мороженое. О, Pick Me Pops. Ой, вот это прикольно открывать. Их очень много. Там еще есть единороги, которые тебе нравятся. Покажу, вам идем. Они что, пахнут, что ли? Да, понюхай. Понюхай, Стёма. Ну, потом каждый пахнет. Да, пахнет. Откуда ты знаешь? У нее уже были вот такие в чупа-чупсах. В каждом чупа-чупсе две штучки попадаются. Они по-разному пахнут. Что? Я видела чупа-чупсы. И у них, видишь, вот это все для рыбалки. Домики вот такие, да, посмотри. Посмотри, какие у них домики. Там внутри, там что-то внутри. Вот эти пупси прикольные. Видишь, они гигантские. Она потом какает слаймом. Из всего, что ты посмотрела, ты выбрала только Барби? Да. О, какая Барби. А что это за Барби такая? Русалка. Барби-русалочка? Ой, какая она красивая. А что это? Кто это у тебя здесь еще в ручках? Это твой любимый зайка. Это девочка. Девочка-балерина-зайка? Какая покупка. Ребят, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всем пока.